так как надо было этот проект согласовать с Министерством культуры, так как вы находитесь в парковой зоне. Где есть решение культуры, решение Министерства культуры по этому строительству? Где его можно найти и где были публичные слушания, что разрешено строительство? Они же ничего нам не говорят и не показывают, у них ничего нету. Нет, ну вот на прошлом, я как прочитала, вот прошлые слушания у вас были, вы собираетесь строить кафе, гостиницу, хотя вот, ну, рядом расположены, тоже есть кафе, гостиница. Вы что думаете, кафе, гостиница? Кинотеатр, а потом жечь наших детей. Это прибыльный бизнес? Нет, ну а где можно проект ваш посмотреть, вот на самом деле? Где его можно посмотреть? Но здесь ничего не видно на этом проекте. Здесь на здании просто предприятие бытового обслуживания. Что подразумевается под предприятием бытового обслуживания? Как вы собираетесь осуществлять проезд? Как вы собираетесь осуществлять стройку? Где подъезд будет? Через какую территорию? Через автооптиму? Они вам разрешат через свою территорию проезжать? Это их собственность. Вы где собираетесь? Вот сейчас вопрос идет о том, отклонить или дать разрешение на отклонение. Отклонить. Вот и все. Вот, молодцы. А все остальное, это за пределами рассматриваемого вопроса. Только фрики ее не записывайте, а то опять напишут и бачите, что выступали. Слушайте, я никого никуда не записывал. А вы с какой организацией? Не надо меня в этом обвинять. Житель? Пожалуйста. Так, следующий вопрос. Вопросов нет. В таком случае, есть желание.